Хей, йоу, гайз, с вами Шарки, и, скорее всего, вы видите немного другую веб-камеру, да, ну, по гамме. Это потому что OBS не хочет схватывать игруху не в обычном режиме, не от режима администратора, никак. Типа, игру не видит, поэтому как-то так. Игра у нас Bloody Spell, да, недавно вышла. Давайте туториал пройдем. Кажется, японская игра. Сразу, это, как я понял, немного что-то Dark Souls и Roguelike. От Roguelike то, что мы типа умираем и все восстанавливается заново, либо это просто никто никуда не доходил. Ладно, сейчас в принципе так, хорошо, нам типа говорят управление. Е-е. Так, подойти и пикнуть надо, взять. Так, escape. Оружие. Виапон выбрано, хорошо. Так, XK. X. Какой X? Драться мне на другую кнопку. Это, знаете, меч похож как из этого, берксерка. Это аж английская раскладка. Ну, не английская раскладка, а имеется в виду раскладка под iPad. Не iPad, ну вы поняли. Жостик. Так. Сильные удары. Такое. Есть еще Б атака. А не РР. Это дальний бой, да, метательные у нас кинжалы какие-то. Кстати, я, кажется, что перепутал. Это типа ворота были или что? Кастик. Короче, средний жестик. И убить врага. Отлично. Так, вы что-то там. Хорошо. Behold. А можно убить по-тихому. Нужно выделить цель. Миссия проебана. Ага. Контр ходить. Добить. Бля, на самом деле это не очень удобно. Так, хорошо, теперь продемонстрируйте свои способности. Так, я вижу лучника, который идет в мою сторону. Чел, давай ты отвернешься. Сейчас подойдем, этого зарежем. Ну, вижу, он у них на миллион. Или бы они просто... Ой, заметил меня. Уэлл. Так, что-то из него выпало. Предмет. Какой-то листик я подобрал. Так, хорошо, да. Окей. Все, мы прошли с вами обучение. Это типа туториала было. Погнали в игру тогда в основную. В принципе, довольно управление примитивное, но здесь нету шкалы у нас со стаминой, как в тех же серии Dark Souls у нас было, да? Здесь у нас есть кое-что другое. Здесь у нас линия ХП есть. И есть линия... Как они называются, блядь? Магии, либо типа что-то того. Моя любимая вкусная водичка. Куда же без нее? Так, у нас генерируется мир.
мир у нас, типа уровень, да, каждый раз генерируется по-новому. Поэтому я говорю, это как бы немного частички роглайка жанра. Типа Dark Souls роглайк. Довольно прикольная смесь, на самом деле, такая, если посмотреть. Только долго генерирует мир. Так, хорошо, мы с вами проснулись непонятно где, вон ходят стражники. Так, ходить я могу? Могу. Так, фиолетовая... Какие-то очочки. Вот, красный это у нас аналог, типа, считайте, душ. Зеленый это хпшка. Бля, потекли. Мне бы оружие. Ну, поставь. Блять. Да, мы можем прыгать здесь. Ух, жестко, жестко, жестко. Так, сундук. До хера душ. А что у нас является... Ага, зеленый это у нас хорошо хилка. Что такое фиолетовый тогда? Короче, Q пропустить. Так, у мужика корона. У него вообще какое-то копье. Так, что мы делаем? А, да, это дамажит, но очень... Слабо. Можно кувырки или есть еще что-то типа того. Кажись, я себя загнал в угол. Готово. Что-то выпало. А, ключ. Так, ну, здесь нужно все ломать, потому что мало ли что это нам даст. Так, еще хил. Ну-ка, какие тут еще что кнопки? Блок, хорошо. Хорошо, вы использовали ключ. Вау. Но он быстро типа не бегает. Не, пускай лучше на обратном. Отлично, не... Что, что, что? А где мое оружие? Что это за гно было? Я... Короче, и это у нас... Убирать и брать оружие. Так, какой-то огромный мужик там. И он довольно опасный. Он угрожающе выглядит. Бля, стоит к нему вообще подходить? Или ну нахер? Так, а мы можем что-то прокачать, либо... Типа того.
Так, куда-то залазим. Боже. Сейчас бы вообще не доставать его. Ну, видите, да, здесь у нас нету, типа, стамины. Игра по мылу пошла. О, бутсы. Зашибись. А ну, как можно увидеть, все происходит в реальных времени. Ну. Блять, сложно. Слишком сложное управление все здесь. Хрена себе. Ты у нас херячишь. Воу! О! Да нет, его отметь. Воу-воу-воу. А, так я могу делать антиблок. На Г, да? А не на F. Это как, знаете, вот парирование, считайте. Блять, их что, двое таких? Да нет, один. На самом деле, я боюсь к этому же мужику подходить. Потому что мне кажется, он меня разнесет. Типа я спрячусь, конечно, попытаюсь его в спину убить. Но у него там такая защита жесткая. Что фиг знает. Надо, чтобы он ко мне ближе подошел, а не я к нему. Вот так я стану. Надеюсь, мне не видно. Не должно быть видно. А, я понял. Здоровяк, ты молодец. А, уворачиваться. Блин, тут что, серьезно? Нужно управление чекнуть. Типа нету кувырков? Странно. Окей. Как говорится, первый блин комом. Я не могу просто много не говорить и не пить при этом. Типа, если вылетает игруля, заново начинаем, да? Хорошо, ну смотрите, уже охрана не стоит. Так, нам скиллпоинты дали. Да? Блади. Так, мне нужен большой меч. Комбам. А, ну это мощный, ну нахер. А смотрите, главное, везде видите разные поинты. Поинты за способность. То есть каждый раз, когда мы используем то или иное оружие, нам накапливается такая херь. Так, это уже изучено. Вот это нужно прокачать. А, мне не хватает, я понял. Можно бросок... Блин, у меня не так уж много этих. Ладно, пускай останется. Нужно, чтобы оно автоматически стало, когда ты берете в руки. Потому что много escape раз нужно нажимать. Ну, теперь у нас здесь сундук. Да, рандомится у нас чисто здесь все в игре. Здорово, молодой. Так, из этого перчаточки выпали.
Да, видите, проход другой. Вепл скилл. А, не, нихера не прибавилось, смотрите. Хаммер этот еще нету. Хорошо. Ага, рукавички. Все, нацепили. Нам бы обувь еще где-то найти. Там что-то упало? Хуй сосать? Он меня еще не видел. Ого! Я забыл управление чекнуть. А урон можно? Что-то хиленький урон. А, ну смотрите, да, он кувырок типа делает. Но на втором этом нажатии. А если именно как-то контроль? Мув у нас есть. Хорошо. F. Сопротивление. Хук. C-хук. Интефект, скиллы. Фу. Нихера себе. Хорошо, представим, что я не заметил. Камушек я получил. Ой, там, блядь, здоровяк стоит, ё-моё. Ну нахера, скажи, нахера ты в меня стреляешь? Так, с тем здоровяком я не хочу сейчас драться. Игра, походу... Еще разрабатывать, я точно не уверен. Не в... прорисовка здесь слабовата пока что. Так, что там? Бутики. Так, еще что-то дали. Ачивку нам дали. Изи. Bloody spell. Я и тогда только могу прокачать, и все. Окей. Да, это роглайк, типа с временем прокачки, все такое. Он заметил, приятель. Бац. Бац. Готов. О! Тихо. Ни хрена. Приятель то тоже решил на меня наскочить. Что это? Какой-то рычаг. Где-то что-то открылось. Размытое все. Так, короче, пазл, и нам показано, что нужно ключ сюда отвезти. Окей. Ага. Короче, это знаете, как были очень старые игры такие. С головоломками. Довольно легкие головоломки. Или нет?
Короче, мне нужно так. Да. Так, стоять. Интересно, в это время меня могут бить и вообще атаковать? Или нет? И музыка такая сразу. О, он бежит на меня, бежит на меня. Турум-трум, бонус, бонус, я не могу бонус забрать. Тихо. Так, по вот это пойди. Да? Да. У меня сюда еще дали. Нет, не хочу ее прокачивать. Элементы. Ох, ништяк. Так, хорошо, Bloody Spell. А, кровавые, я понял, что мне типа нужно забирать. Деф больше. Дух. Хорошо, нет, это фигня. Вот это я не понимаю, ладно, пока прокачаем такое, самое нормальное. Короче, я понял, что нужно. У каждого, короче, свои элементы, которые подбираются, поэтому нормально. А, это я не могу, да, выставлять, типа, один, или могу? Нет, походу, только вот эти хернюшки. Пипец, он выглядит круто. Да. К тому я не пойду. Ой, здорово. Ну давай, окей. Так, он хочет. Он что-то предлагает. Типа заключенный с деньгами, да? Go back. Не, go, окей. Back, окей, хорошо. Я не знаю, что это, скорее всего, от... О, шузы. Странное здесь очень сильно приключение. Окей. Блять, я думаю, если сейчас пойду те коробки ломать, меня атакуют. Так, хорошо. Авиапон. Палка, смотрите, а палка получше будет. Не, давайте тебя на первое. А вот тебя на второе. По ботинкам вот эти лучше. Не, палка получше, го. И попользуемся. Вау! Это жопа. А я понимаю, что я сейчас сдохну, конечно же. Что же еще может произойти? Не, но он меткий. Типа нет, их можно, если знаете, мало хп, типа отталкивать, да и все. Ну, урона очень мало. Ой, я второго там, кажется, нагрел. Ладно, добью этого, там уже посмотрим. Да, вот второй. Он тот ожил еще. Ништяк.
А с меня ребятки пизды дадут. Вы что думаете, они тут просто так стоят для красоты? Нет, конечно же. О, сзади очнулся. Или нет? Их тут двое. Не смей, не смей. Не подходи, не подходи. Мне бы отхилиться на самом деле. Не, вот эти к ловушкам нужно привыкать, и нужно было прыжок взять. Я что, не подумал, забыл, что здесь прыжок есть. А, пускай подбежит поближе. Чтоб я в него побольше всадил. Через бандикам оно очень долго рендерится в видосике. Упал он. Не, ну смотрите, на самом деле они довольно помогают. Не, ну против здоровяка, если меня здоровяк один раз ударит, я сдохну. Ты на воду наступил. Довольно игра прикольная. Я просто слышу, как кто-то здесь дышит. Нет, не наш персонаж дышит. А, здесь такие у нас тайники. Ни хрена себе. И я должен еще попадать. Хил. Слабо, слабо хилит. Очень слабо хилит. Так, лучше здесь пешочком. Блять, ну я думаю, там слышно, да? Сука, пидорас. Пидор... Думал, я его не услышал. Я думал, кто-то за дверью, оказывается, нет. Он все-таки здесь стоял. На расстрел пойдешь. Блин, видите, здесь нужно еще специальный... Типа, чтобы он попадал, дали, кидал, ровно. И что, тут ничего не было? По этим он бегать не может, хорошо. Ну, палка достает. Да эти отхилиться надоели. Здесь довольно неудобное управление в прыжках, я заметил. Не очень отзывчивое управление. И... О, нашел. Изи хил. Изи хил, изи подхил. Хорошо, посмотрим. Прокачиваем дамаг. Видите, здесь каждый уровень типа прокачивается. То есть нормально. Виапон скилл. Так, это для меча, да? Ну блин, мне такое тут ничего не нужно. Я хочу вот это суперскоростное прокачать. Здесь, ну... Это фигня. И это фигня.
Что-то фигня, что это фигня? Самый вот... Не, это мощная атака. Это у нас... Ладно, давайте вот это прокачаем, короче. Один удар и левая. Окей. Так, айтемы. Перчи у нас новые. Хорошо. Дальше по мечам. У нас меч получше будет. А видите, палка все равно мощней, чем все оружие. Так, ладно, ну хотя бы как-то отхилился. Я ж могу цепляться, точно. Давайте попытаемся зацепиться за врага. Я не увидел, как он его убил. Ну и ладно. Так, ключик и алтарь. Так, buy bloody amber. Buy experience. Так, sell item. Так, это типа продажа. Ага, то есть я понял, то мы можем за кровь прокачивать предметы свои. Ну, такое, такое. Типа торговля. Так, buy bloody amber. А, это я покупаю себе способности. Нихера себе. Ну, смотрите, типа, можно сразу, видите, покупать. Сложно. Год, хорошо. Больше мне ничего нету, да? Окей. Так, Bloody Spell. Ага, да, видите, типа, мы можем на таких хернях покупать вот именно здесь. Окей. Не понял. Как мне выставить? Как мне выставить? After controls и карт. Типа когда я стою АФК, да? А ну-ка. Что-то происходит? Кажется, нихера не происходит. Ладно, значит, я чего-то не понимаю. О, хил, еще хил. Так, следующая дверь. Не, игра прикольная на самом деле. Так, я вижу секретную стену, хорошо. Может быть, столько трупов просто так. Бля. Аманать.
Да отвалишь ты от меня! Воу-воу-воу! Давай-давай, умирай! Ай-яй-яй! Все? Ну, заметьте, я справился. В какой-то степени, но я справился. Так, ладно, что мне дали? Скилл Виапон. Для секиры. Ох, ништяк. Ну, бля, это в воздухе, это херня. Так, предметы. Оно слабее, чем мое. Вот это, смотрите, в принципе, крит. Блин, ну оно как бы и лучше, и хуже. Трупное место какое-то. Непонятно, трупное место. В принципе, мы сейчас можем с вами вернуться в прошлую локацию. Там, походу, битва с боссом, либо типа что-то того. Давайте я пойду заточу. Там за 800 было можно что-то прокачать. Бля. Вот это серьезно, пока что прыжок не очень-то удобный сделанный здесь. Так, поехали. Bloody Arms. Прокачать элементы. Вот я шапочку могу вкачать. Мне как раз на нее хватает. Yes. Готово. Так, мне что-то добавилось. Шапочка. Одеть. Теперь я такой настоящий самурай в черной одежке и соломленная шляпа. Будем палкой херячить. Так, стоит тут точно. Бля, ну я вижу какие-то банки с чем-то. Кто-то дышит. Бля, я ей-богу говорю, тут будет босс. Мне плюс отхил дали. Надо мне заряда. Типа, вот тебе отхил, там что-то впереди сейчас будет жестко. Ты приготовься. О, еще шляпка. И ты лучше, чем моя? Нет, она хуже, поэтому я закупился нормально. Здесь почему закрыто? Нету челюстов никаких. Типа, знаете, там потушить все пламя вокруг. Чё? А как мне тогда пройти? Думаю, туда лучше не прыгать. А куда мне идти? О-о-о. А это?
Ясно. Так, еще камушек. Говорю, еще камушек. Я понял, он в за текстурех, где я не могу достать. Почему у меня очень плохое? Ой-ой-ой, здесь скользить надо. Плохо видно, плохо видно. Кристаллы. Ребят, читайте, это же первый взгляд на игру. Так, еще какой-то папирус. Не, пока что мы идем, будем до конца, пока не сдохнем. А, здесь некуда, да, идти? Хорошо. И главное, что я сохраниться тоже нигде не могу, понимаете, в чем проблема? Так, продать, 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 продать. Так, бай. Так, у меня 1300. И я могу... Блядь, это херовый смысл. Есть-то херовые. Здесь самое прикольное пока что, это вот это купить, армор. Хотя это тоже получше армор, ну такое, 50-50. Блади. Здесь ни хера не купишь. Лежит тело, да? Фиолетовый сундук, арена. Это, ребята, арена у нас. Мне это вообще не нравится. Ох, как не нравится, ладно. Я вам говорю, это тело не зря тут лежит. Босс? Серьезно? Ну, я посмотрю ролик. Какой-то демон. Какой-то демон, ребята. Это какой-то черный демон. Воу-воу-воу-воу-воу, я сразу понял, что нужно убегать от этих атак. Воу. Ты чё? Вот тихо, тихо, кувырок. 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 Ой-ой-ой. Короче, какая-то херь происходит, дичь. Он что-то в меня кидает? О, нет, он меня не кидает! Тихо-тихо-тихо! Нужно отсюда текать. Ё-моё, ё-моё. Ох, черт. Тихо, тихо, уворачивайся, уворачивайся. Блядь. Уворот, уворот. Уворот, уворот, уворот. Нужно было его, короче, бить до конца. Не, ну смотрите, в принципе, мы его почти убили. Босс недовольно такой же сложный, но
из-за того, что у нас не хватило мощи, и я не знаю, ломать это там или нет. Это довольно прикольно. Смотрите, у него получится даже три фазы было, да? Первая фаза это он с мечами. У него, я не помню, один, да, был меч. Один меч. А потом он был с булавой. И третий он возвращает свой меч и призывает вот этот тотем. Походу, да, у него три фазы, и это босс. Если бы мы его убили, наверное, дальше были бы обычные уровни. Либо это все-таки... Да, я отрыжку сделал, наверное, было слышно или нет, плевать. Скорее всего, это роглайк игра. В жанре вот таких вот RPG системы. Сейчас мы посмотрим с вами. Да, ну, наверное, все сохранится и все заново начинается. Мне почему-то кажется, даже если бы я его убил, я куда-то в другую локацию попал. Да, я появился там же. Да, это у нас роглайк игра, ребят. Сейчас нужно посмотреть одну вещь, чтобы точно понять. Ой, смотрите, на палку у нас этот появился. Палка самая мощная, по сути. Но она как бы быстрая и дальняя по. Либо такой, чтобы что-то жесткое вкачать. Так, это... Нет, это фигня. Фигня. Нужно за 200 купить. Вот это жесткая атака. Вот это рели жесткая атака. Это чисто, чтобы атаковать, ну, сбить с равновесия и быстро телепортироваться. Не вкачиваю этот скилл. Так, ну давайте, чтобы оно не маячило мне глаза. Нам нужно за сотку купить. А, точно, по билду с кровью. Билд с кровью у нас все остается, и дальше идет прокачка вот следующего уровня. В принципе, игра прикольная, игра нормальная. Ну, дохуя, в принципе. Можно будет попроходить ее. Ну, так, попытаться до финального босса. Ну, только один раз. Я не буду ее повторно играть. Или типа того. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.